Всем здравствуйте! Анастасия Стоцкая и Сергей Абгарян перестали быть парой еще 2,5 года назад. Все это время супруги тщательно скрывали личные проблемы. 38-летняя Анастасия Стоцкая стала очередной гостьей программы Юлии Барановской. Отвечая на вопрос ведущей по поводу отношений с мужем в период пандемии, артистка сделала неожиданное признание. Оказывается, они с Сергеем Абгаряном уже давно не являются парой. Мужа больше нет. «Наверное, нет смысла сейчас скрывать. Мы с мужем уже 2,5 года не живем вместе», — поделилась артистка. Разрыв был сложным для Анастасии. Какое-то время звезда вообще не могла обсуждать личные проблемы. Однако сейчас она научилась воспринимать произошедшее адекватно. Самым главным для звезды является то, что Сергей был и остается хорошим отцом. «Мы с мужем остались хорошими друзьями. Он каждый день видится с детьми, сына возит на шахматы. Он из армянской семьи, где дети и семейные ценности всегда стоят на первом месте», — рассказала звезда. Напомним, что Анастасия и Сергей поженились в 2010 году. Вскоре на свет появился их первенец, сын Александр. В 2017-м родилась дочь Вера. На публике Стоцкая и Абгарян всегда выглядели как идеальная пара, поэтому поклонники даже не догадывались о кризисе, назревшем в их отношениях. О нынешней ситуации в своей личной жизни певица предпочитает не распространяться. Стоцкая много времени тратит на работу, а свободные минуты проводит рядом с детьми. Именно малышей она считает своей главной радостью. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!